Мы приехали в Пизу. Все люди, прибывающие в Пизу, идут сюда, на площадь чудес. Это баптистерий. Его строили около 2 веков. Каждые полчаса здесь устраивается вот такое звуковое представление. Сейчас мы поднимемся наверх. Ну что ж, идем дальше. А это старинное кладбище. Здесь прямо на полу и около стен расположена гробница. Вообще шикарно. Здесь захоронены лучшие граждане Пизы. Помимо старых, здесь есть и свежие захоронения. За моей спиной Пизанская башня. Главная достопримечательность Пизы. А сейчас мы поднимемся на эту башню.
Высота башни около 60 метров. Подниматься сюда тяжеловато. Вот, побыли на Пизанской башне, а теперь вниз. Скользко очень. Дай. Ждать такое? Кафедральный собор Пизы посвящен Успению Пресвятой Богородицы. Мы покинули площадь чудес, сейчас идем гулять по городу. В Пизе протекает река, и сейчас мы прогуляемся по ее набережной. За моей спиной церковь Санта Мария дель Спина. Спина по-итальянски шип. Говорят, именно здесь хранился один из шипов тернового венца Иисуса Христа. Но сейчас его там, естественно, нет. Мне непонятно, зачем в таком красивом месте выставлять вот такие вот. Не понимаю. Я очень расстроилась. Ладно, что денег хоть не беру. Thank you.
удаляемся от центра города. Все думают, что Пизанская башня – это единственный падающий объект в Пизе. На самом деле это не так. Мы находимся у церкви Сан-Микеле дель Скальца. Ее колокольня имеет точно такой же наклон, как и Пизанская башня. Мы прекрасно провели время в Пизе. Мы с ней прощаемся. До скорой встречи. Боже упаси!